Приветствую вас, Евгения. В первую очередь хочется сказать, что вы не задали вопрос свой. То есть вроде бы вы ситуацию описали, вот какие-то вещи ясны, какие-то вещи понятны, вот из того, что вы написали, но в то же время какие-то вещи нет. Да, и в частности непонятно, чего вы хотите от психологов-то в этой ситуации. То есть, ну, что мы, по-вашему, должны сделать для вас. Вот. Что или как мы должны сделать для вас, то есть, как бы, ну, такой, мне кажется, достаточно важный момент. Вот. Ну, как бы нужно вот на это вам обратить свое внимание. Да? Да, вот. Первое, пожалуй. Пожалуй, это первое. Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание. То, что вы, с одной стороны, ревнуете, раздражаетесь на молодого человека из-за его поведения, из-за его отношения к вам и, ну вот, в целом. А с другой стороны, вы без него, не получается, что вы не можете. Здесь налицо зависимость, скорее всего. Психологическая зависимость или любовная зависимость, как иногда ее называют, да? Связана она, как я надеюсь, вы понимаете, с тем, что вы очень не уверены в себе. Вот. Вы говорите, что хочу к нему, там, что не справляюсь, вот, то есть это вот, как мне кажется, как раз таки про то, что вам одно плохо, что вы изначально стремились к ну, вы изначально стремились к тому, чтобы раствориться в человеке, как я думаю. Вот изначально вы пытались это сделать, и, вероятно, ради этого выстраивали отношения. Значит, ну, с мужчиной, чтобы в нем раствориться. Вот. Как, ну, как мне кажется. Как мне это видеть, по крайней мере. Потому что изначально вы себя как будто бы не принимаете, то есть без мужчины, да, без него вы как будто бы себя не видите, видите себя только с ним, понимаете, такая штука-то. Вот, собственно, с этим моментом, как мне кажется, и нужно
работать. В первую очередь, чтобы вы были самодостаточны, чтобы вы адекватно отстаивали свои личные границы, чтобы вы выражали свои чувства, свои эмоции, вот, чтобы вы, ну, свободно это дело. Вот. А не так, как сейчас, чтобы терпеть. Вот. А следующий момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Следующий момент. То, что вы перекладываете ответственность себя на человека. То есть, что это значит? Это значит, что вы ждете от мужчины, что он сам что-то сделал для вас. То есть сам, как вы говорите, уладит, сам, как вы говорите, там, не знаю, пойдет навстречу. Вот. Но почему он все это должен делать? Не совсем понятно. Почему он все это должен делать? А вот. Для чего ему все это делать? Не совсем понятно. Понимаете, да? Но при этом вам хочется. Значит, ну, самой. Вам хочется этого. Вот. Хочется, чтобы, ну, вам, не знаю, давали, может быть, обратную связь, какую-то. Вот моя идея заключается в том, чтобы более плотно взаимодействовать с личной ответственностью. Ну, вашей. Вот. Чего, на мой взгляд, пока не происходит. Вот. Понимаете? Такая штука. И мне кажется, что это очень такой важный момент. Как мне кажется. Опять же. Здесь. А вот. Понятно, да? Понимаете, что я имею в виду? Сейчас. Вот, как бы, вам сейчас больно? Я так думаю. Вот. Вам так больно сейчас. Вот, ну, знаю, вам, в первую очередь, мне кажется, помочь немного, хотя бы немного, помочь,
с тем, чтобы вы, ну вот, прожили боль, да, чтобы вы попроживали немного. Вот. Попытались увидеть, с чем она связана, эта боль. Почему так больно вам? Вот. Откуда, собственно, ну, откуда ревность возникает у вас? Вот. Почему, например, вы там стали молодого человека, ну, преследовать, да, вот. Стали устраивать скандалы ему и так далее. Вот ревность и недоверие, да, ревность — это про страх, про расхотаться одной, вот, про обесценивание, конечно, себя. Вот. Это ревность. Ну, в основном, конечно. С этим нужно работать, мне кажется. Вот. И у вас не будет таких проблем в отношениях. Вот. А сейчас то, что вы свой вопрос не задали до конца, да? Лично для меня свидетельство того, что не очень вы настроены решать проблему. Вот. Ну, как мне видится, да? Понятно, что я не утверждаю наверняка. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что так. Вот. То есть, подумайте, вот вы говорите, что сейчас вам очень негативно, да, очень тяжело. Сейчас вы говорите, что срываете злость там на родных, да, вот что это вот, что с вами происходит сейчас. Вот, это мне кажется очень важно. Очень важно, чтобы вы обратили на это, на это внимание сейчас, да? Потому что в этом кроется ваша такая возможность ситуацию улучшить и разрешить. Вот. Конечно, если вы в этом заинтересованы. Потому что, опять же, как я уже говорил, да, не совсем понятно вот, ну, вопрос, который вы задали. Что это за вопрос? Чего вы хотите? Вот. Это важно. На этом, в принципе, все.
Пожалуйста, я хотел сказать вам, надеюсь, что было полезно, надеюсь, что что-то было интересно, вот. Да, вы зависимый партнер, вам нужна соответствующая психотерапия, то есть терапия для зависимых, любовно зависимых. Но также, на мой взгляд, следует понять, что любовная зависимость не приходит одна, то есть как бы, что у этого есть сопутствующие факторы, такие как ваши страхи, вот, ваши сомнения, ваша неуверенность в себе, вот, некоторые, может быть, векторы, которых вы пытаетесь придерживаться, да, но которые, ну, не работают, вот, которые не работают, которые просто причиняют вам боль, которая недостижима, ну, с точки зрения деятельности, вот, ваша, например, вот, ну, вы это игнорируете. То есть, условно говоря, вы хотите быть единственной для своего партнера. Желание хорошее, но что делать, если не получается, да? Вам не нравится, что, допустим, ну, молодой человек, к примеру, вот, ну, ведет себя вот так, да? Вот, вам это не нравится. Понятно. Значит, он вам не подходит. Если вам не нравится, как он там действует, да, если вам не нравится, что он делает, значит, он вам не подходит. По факту. Вот. Вы вроде бы уходите, но уходите прямо с ожиданием. А вот, прямо с ожиданием вы уходите, что он что-то будет справляться. Вот. Понимаете? Какая штука. Как бы это по сути путь никуда. Вот. Вот так вот. Я думаю, можно вам ответить. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я вам желаю всего самого-самого доброго, удачи, надеюсь, ваши проблемы будут решены.